Давайте начнем тогда с игр фейлов. Это будет нашим вступительным, вступительным рофлом. Окей? Игр фейлами. Мы никогда, кстати, не начинали с игр фейлов. Это будет что-то новенькое для нас всех. Поехали. Right. Now, let's find that backup generator. Надо, а. The kitchen. Is it through here? А что это вообще? А, это Ghostbusters, the video game. It's just down the hall. Бля, слушайте, может Ghostbusters поиграет the video game? Выглядит не так плохо. Почему мы в нее не играли? Yes, just down the hall. А, ну я это одобряю, 2020 год, мужчина, орущий женским голосом, падающий в истерику, это нормально. Как-то нет, ты же говорил привет на 100 миллионов лет другой жизни. Продолжаем смотреть видео. Как кидать тебе видосы? Можно попытаться кинуть их в чат, а можно попытаться кинуть их в донате, что, конечно же, приветствуется. Но мы не гарантируем просмотр твоего видоса вообще. Ну и... Блять, это мне напомнило, как дельфины забивают детеныши морских свиней. Примерно так, наверное, это выглядит. Беспочвенно и жестоко. Короче, он утащил, кто не понял, транспорт. Блять, это еще, видимо, квестовый транспорт был, пиздец. Не понял. Чего? Исчез. А, он его убил. Так. А, и все зависло. Ну, это ничего. Блять, у меня так нос чешется внутри. Вот бы его спилить. Блять, бред. Выебан клеткой. Серьезно. Я, кстати, вообще не знаю, что это за игра Boneworks. Блять. Да, спасибо, Лимон, это приятно слышать. Your employment roster is quite the rogue's gallery. Ох, Элей Нуар. Охуенная игра. Desperate times indeed. Хороший и тупой полицейский. Откуда парень приезжает? От мамы. Почему бы нет? Почему бы, да? Так, ну что? Бля, вот это ор. Ебать, съебали. Фантастик, да, блядь? Привет, его майн. Настя, Настя, съебанная. Что, блять? Но это не поощряется никак.
Да, и застрял. Спасибо. Что, блядь? Бентит, если быть точнее, а не бантит. Это я пишу с тем ребенком, ребята, из видео. Блять. Конечно, в спортивных симуляторах одни из самых угарных багов чаще всего бывают. Во всяких там футболе, блять, хоккее, вот таких вот бойцовских каких-то. Ебать, крепота. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Одобряем, блять. Сука, блядь, я дропал. Бля, пиздец. On dirait un avion de chasse. Короче, рассказываю историю. Сегодня я шла по улице, и ко мне подъезжает машина. Я заглянула спокойно в окно, а там мужик дрочил. Я впервые в жизни испытала шок, который меня парализовал и чуть не вырвал. Вывод, не заглядывайте в окно незнакомых автомобилей, блядь. Вода. Новый вид эксгибиционизма, блядь, чего? Пиздец. Типа должен продолжаться файт, так понимаю. Умник, ничего пока. Как что-то, так сразу. Я все скажу. Футбольчик. Сейчас должно быть что-нибудь смешное. Я ж сказал. Нормально, блядь. Ну, типа, женщины-водители, понимаете? У них свой взгляд на... Он сам в ахуе, бля. Жопу себе подтирает, блядь. Пытается от вони избавиться. Перданул и пытается рукой отмахнуть. Добагался.
Привет, гействуй. Partenza lanciata la loro e vedremo se ora continueranno a premere sull'acceleratore per buttare. Бля, сегодня он троллит. Привет, Джоксер. Да-да-да, привет, Молдинав. Нормально, блядь. Найс, найс, сетевая игра. Типа его убило дропом? Мы уже смотрели ее туда-сюда. Ебать, пошел нахуй в атаку. Привет, Мунксиол. Ну хорошо, ладно, это был не говёный выпуск, на удивление. Окей, это было неплохо. Чё, чат, веселые баги, да, веселые баги. Я такие постоянно нахожу в играх, когда играю. Блять, просто постоянно. Я магнит для багов. Если я во что-то играю, я обязательно найду там баг.